Вопиющую картину зафиксировали камеры наружного наблюдения одного из кафе «Кинешмы» в минувшую пятницу. На кадрах видно, как сотрудник полиции подходит к автомобилю, после чего водитель резко жмет на педаль газа и намеренно сбивает представителя правопорядка. Как выяснилось позже, участковый решил проверить документы и сделать замечание молодому человеку, совершавшему агрессивные маневры. 19-летний юноша не имел прав на управление авто и не нашел ничего лучше, чем скрыться и сбить полицейского. Примечательно, что автохам приходится сыном заместителю главы Кинешемского района Сергею Сахарову. По факту наезда на представителя власти возбуждено уголовное дело. Поскольку документы на право управления транспортным средством у молодого человека отсутствовали, он попытался скрыться, сбив полицейского с ног и протащив его несколько метров за машиной. Сотрудник полиции получил ушибы и ссадины. По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Подозреваемый в совершении преступления допрошен, от него получены признательные показания. Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.